Мобильная бомба. Власти США рекомендуют не включать и не заряжать смартфоны Galaxy Note 7 в самолетах из-за угрозы взрыва. Телефоны загорались уже неоднократно. Продажи этого смартфона начались 19 августа, пока в 10 странах. Может, это и к лучшему. В России смартфон должен был появиться 26 числа, но открытие продаж перенесли на 16 сентября. Компания приостановила продажи из-за возможного взрыва батареи и, по подсчетам экспертов, потеряла как минимум $1 миллиард. А также заявила, что бесплатно заменит все смартфоны Galaxy Note 7 на новые. Ну, а несколько австралийских авиакомпаний уже объявили официальный запрет на использование во время полетов этих смартфонов. Вот один из последних случаев. Так, во Флориде из-за смартфона сгорел автомобиль. Американец оставил в гараже свой внедорожник с включенным двигателем, кондиционером и телефоном на подзарядке. По возвращению машина была охвачена пламенем. Это просто невероятно, насколько быстро машина вспыхнула. Как только она загорелась, я испугался, что она взорвется. Этот автомобиль я очень любил, вложил в него много усилий. Американец лишился авто из-за возгорания аккумулятора смартфона. Вскоре огонь перекинулся на машину. Теперь она не подлежит восстановлению. Владелец джипа рассказал о произошедшем на страничке в Фейсбуке. И подписчики, конечно же, не оставили это без внимания. О боже, сожалею. А что за телефон, из-за которого это произошло? Слава богу, это произошло не тогда, когда вы стояли в пробке. Например, я видел, что с батарейками этих телефонов бывают такие проблемы, что они могут вдруг взять и загореться. Рад, что с вами все хорошо. Жаль машину. Рада, что никого не было в машине. Надеюсь, к вам отнесутся справедливо.